Всем привет! В конце февраля к нам обращался наш постоянный клиент из города Казань. Он заказывал у нас полиуретановую и эндофор-акриловую эмаль для покраски лодки Silver Hawk. Для покраски бортов, дна была использована полиуретановая 20% глянца, цвет черный, 9005 по каталогу RAL. Для покраски палубной части эндофор-акриловая эмаль, цвет по каталогу RAL 3028. Недавно клиент прислал фото после покраски. Смотрите! Если вам также нужна эмаль для покраски вашей лодки, поставьте лайк, так это видео увидит как можно больше людей. Не забудьте подписаться на мой YouTube и Telegram-канал. Все контакты есть в описании к этому видео.